motherfucker. Технобашня. Ну что ж, погнали. Я вспомнил, здесь у нас, значит, эти, то ли люди, то ли киборги. Да, вот, точно, вот здесь. Нам нужно как-то вот сюда проникнуть и взять запчасти. Так, попробуем вас отвлечь. Здорово, пацаны. Походите. Ух ты, нихера себе. Они серьезные. Так, в общем, план такой. Пока не знаю, пока так. Нихера. Да что, так можно было? Экшен. Так, по той же схеме работаем, ребят. Типа, о чем мне париться? Сенсор, клей, патроны для револьвера. Так, ну, между тем. Ох, как мне сюда пройти? Так, вот он уходит, да? Смотрит на меня. Замечательно. Он нам никак вообще. Он такой чисто, короче. По ступенькам. Я типа такой в темноте, да? А этот, короче, сейчас пойдет навстречу мне, и мне жопа. Все, он идет к нам. Поздравляю. Отстрельнул другой. Нихера, гонятся за мной, прикинь. Нормально ж общались, да. Этого, в принципе, я и добивался. Теперь ждем, когда он пройдет с этой стороны, чтобы завалить его. Короче, все, мы его спугнули. Страшно было аж. До слез. Нам все равно нужно еще припасы. Минус вооруженный житель станции. Я очень хочу пройти всю игру дальше, но... Что я могу делать, когда у него есть волына? Максимум подуть ему на ствол. Идешь меня убивать? О, идет. Пусть это не самый лучший способ прохождения игры, но, по крайней мере, он действует. Мне кажется, они малеха зависли. Ну, в принципе, учитывая, что они там зависли, мы можем пойти дальше. А как выйти? Все, я не хочу этот хлам. Нет места. Ну и хорошо, в жопу. Как тут работает? Нету места, я согласен, нету места. Ну и нахер это брать? Поделки какие-то там может быть. Что у нас вообще с управлением? Во всех играх какое-то оно интуитивное. Здесь хер выстишь какое вообще. Тема управления, давай. Отлично, джойстик. Давай пойдем в эту дверь. Быстро. Что это такое? Ты не отреспаунился, братан. Огонь. Немного, короче, не успел за все. Интернет отключили на полпути. Огонь. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас найти электричество, получить. Что-то там, короче, выхватить надо. Здесь прям очень низко, есть прям вот сюда. Я срать. Это было страшно. Ладно, допустим, все так и должно случиться. А, вот что мы должны были сделать. Мы должны были спрятаться. Слушай, ну вроде бы как... Вроде бы как нормально, да? Вроде бы как нормально. Можно, короче... Немножко и подрасслабить булки. Не серьезно? Офигеть. Сохранимся. И у нас вот интересная комнатка здесь, понимаешь? Архив Севастополя. А нам как раз-таки туда и надо, да? Мы туда сейчас и пойдем. Так. Так, ну здесь смотреть нечего. Идем дальше. Шприц, какая-то фигня и хлам. Так.
теперь надо узнать, что здесь у нас. О, господи, самописец. Самописец. А что в нем такого важного? Что? Что? Нет! Да чтоб тебя! Понял. Короче, какая-то головоломка пошла. Ну вот, теперь эта штука есть. Работает. Ну-ка, попробуем. Да, это полюбас есть. Да, отлично. По-быстрому решим эту задачку. А, если получится. Отлично, доступ разрешен. Так, смеркалось. Никто нас не трогает. Жетончики. Не забываем про жетончики. Собираем все. Не все нам пригодятся. Вот, надо что-то прослушать. Очень важную информацию. Начальник декомиссии Портер. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйтс. Этот самописец пуст. Я нарушил бог знает сколько соглашений конфиденциальности. И все зря. Там только логотип Вайланд Ютани и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить. Так что... либо кто-то на борту Нострома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Так. В общем, кто-то тут чистит следы. Возвращаемся назад. И он очень страшный, очень страшный. Сохранился. Ух ты. А здесь была кровь, я не помню. Взломать лифт центр связи. Что ж такое? Ладно, будем идти на ощупь, не первый раз. Тут какой-то компьютер есть. Так. Very nice. Наверное, вот этот компьютер. Архивы. Стоял на работе бытовой службы. Я понял. Аудио. Утилиты. Ищем, как отключить систему дальше. Holy shit! Охереть! What the fuck? Охереть!
Это было настолько близко.